Что ты за пилот на самом деле? Ты можешь быть агрессивным. Можешь быть аккуратным. Твое поведение на трассе будет анализироваться. Чем больше очков ты заработаешь, тем быстрее улучшишь свой профиль пилота и заработаешь награды. Чтобы открыть новые уровни и попасть на чемпионат, нужно получать звезды. Но первое место не обязательное условие. Достаточно просто попасть на подиум. Звезды также можно получить за выполнение заданий профиля и бонусных целей. Есть много способов дать толчок своей карьере. Стиль станет твоей визитной карточкой, но чтобы попасть на чемпионат мира НФС, нужно зарабатывать звезды. Поехали! Посмотрим, что ты за пилот.